Hello! Ooh, wow! Где мой кот? Я его потерял. Кому нужна помощь? Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Я потерял своего котенка. Вы можете мне помочь? Нет проблем. Присаживайтесь, пожалуйста. Воды? Спасибо. Как зовут вашего кота? Том. Хорошо. А какого он цвета? Коричневый. Один момент. Окей. Похож на этого? Да, это мой кот. Давайте же найдем его. Я нашла тебя! Я нашла вашего кота! Мой кот! Спасибо вам большое! Ау! Оу, но! Мой палец болит! Вау! Уф! Ей! Уф! Сегодня предстоит много работы. Кому-то нужна помощь. Привет, вам нужна помощь? Конечно, мне нужна помощь. Подождите минуту. Я готов к работе. Давай. Спасибо за помощь. Ребята, приходите на пикник. Бинго! Вау! Вау!
поиграй, пожалуйста, с Оливером. Мне нужно поработать. Хорошо. Оливер, ты проголодался? Подожди, сейчас я что-нибудь принесу. Оливер? Здесь Оливера нет. И здесь тоже нет. Где же Оливер? Диана, почему ты плачешь? Мой братик пропал. Мы поможем найти твоего брата. Пойдем в полицию. Да! Let's go! Алло, да, слушаю. Диана потеряла своего брата. Как нам его найти? Сначала нужно напечатать объявление о пропаже. А теперь нам нужно внимательно осмотреть то место, где Оливера видели в последний раз. Кто из вас видел Оливера? Может быть, ты? Или ты? Или ты? Или вы? Может быть, это Оливер? А? Оливера здесь нет. О, это Оливер! Это телевизор! Может быть, это Оливер? Флеша! Просто кот. Но где же Оливер? Диана, а где Оливер любит играть? Игровая площадка! Пойдем, пойдем! Смотрите! Это просто кукла! Это не Оливер! А может, вот это Оливер? Рома, ты что тут делаешь? Мы же должны искать Оливера! Упс! Упс! Оливер! Оливер был здесь все это время! Если вы что-то потеряли, нужно внимательнее посмотреть в том же месте. Diana and Roma. Hello. Что это такое? Вау! Hooray! Диана, как ты считаешь, что внутри?
Я думаю, это новая кукла для меня. А я думаю, что это машина для меня. Давай проверим. Ой! Вау, это собака! Давай назовем его Роуч. Он должно быть голоден. Hello. Флэша, Роуч проголодался. Роуч, я принесла тебе еды. Это же кошачья еда. Нам нужна собачья. Здравствуйте, это доставка для питомцев? Мне нужна собачья еда. Пока. Это доставка. Подожди, там же еще нет еды. Пожалуйста, угощайся. Моя очередь. Мы пойдем играть. Нужно построить игровую площадку. Время играть. Эй, Роуч! Роуч! Роуч, Роуч, держи! Флэша, это не для тебя! Роуч устал. Вау! Это не для мальчиков. Это велико. А это мало. Отлично! Вау! Ему нужно поспать. Роуч заснул. Вау! Время красоты. Ты такой красивый. А где Флэша? Мы совсем о ней забыли. Давай ее искать. Флэша! 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 Здесь Флэши нет. Флэша! Флэша! Флэша здесь! Флэша, прости нас, мы тебя тоже любим. Друзья, не забывайте давать внимание и любовь всем своим питомцам. Пока! Вау! Классное кафе! Одну пиццу, пожалуйста! Окей. Вау!
No! Давайте приготовим другую пиццу. Окей. Okay. Воу, приятная кухня. Ух, давайте начнем готовить. Сначала подготовим тесто. Наше тесто готово. Следующий шаг. Кетчуп. Запечь и готово. Можно мне молочный коктейль? Окей. Спасибо! Оливер, что это? Не переживай, я покажу тебе, как делать молочные коктейли. Для молочного коктейля понадобятся фрукты и молоко. Банан, клубника, молоко. Молочный коктейль готов! Оливер, а могу я взять этот капкейк? Yes! Оливер, давай украсим их по-другому. Окей. Давайте украсим эти капкейки. Капкейки готовы. Вау! Можно хот-дог, пожалуйста? Yes. Оливер, что это? Буду учить тебя, как это делается. Для вкуснейшего хот-дога нужны сосиски. Следующий шаг. И хот-доги готовы! Оливер, давай готовить вместе! Вау! Всем пока! Даяна и Джула! Вау! Испытание для братьев и сестер! Я первая! Сделать машину из блоков. Окей. Давайте строить.
Вы только посмотрите на эту машину! Но это не машина! Это машина для принцесс, как я! Выкинуть мусор! Ага! Неправильно! Тебе нужно сортировать твой мусор. Бумага, пищевые отходы, пластик. В следующий раз я сделаю это правильно. Интересненько. Помыть Ромину машину. Давайте помоем. Так намного лучше. Убрать комнату Дианы. Что это такое? О! Вау! Рома все убрал. Одну секунду. А это что? Нужно было красиво повесить платье. Вот так. Готово. Что там следующее? Диане нужно поиграть с Оливером. Время чаепития. Пока-пока, Оливер. Что там внутри? Рома должен поиграть с Оливером. Сделать упражнение. Легко. Диана, ты неправильно это делаешь. Сейчас я все тебе покажу. Тебе нужно делать вот так. Хорошо. Ты можешь идти или бежать. Теперь поняла. Тебе нужно делать вот так. Вроде того. Точно. Развесить, сушиться вещи. Я думаю, это подходящее место. Готово! Рома! Неправильно! Смотри и учись.
позаботиться о Флэше. Да, Флэша! Вода и еда для кошки. И игрушки. А еще платьице для кошки. Иногда нужно купать свою кошку. Время спать. Полить цветы. Рома, ты делаешь это неправильно. А как правильно? Я тебе покажу. Вот так. Окей. Поиграть в видео или компьютерные игры. Не, не так, не так. Вниз, 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 вниз. Ага. О. Да. Сделать домашнюю работу вместо Дианы. Пара минут и все будет готово. Рома, я делаю твою домашку. Ты сделал все неправильно. Ну тогда делай сама. Я покажу, как делать правильно. Домашняя работа закончена. Сделать домашнюю работу вместо Ромы? Ладно. Я люблю делать домашку. Рома, Рома, я закончила твою домашку. Вау! Красиво? Даже слишком красиво. Помыть посуду. Ла, легкотня. Чего? Лучше я сделаю сама. Вау! Готово! Пропылесосить дом проще простого. Рома, я же только что все убрала. Это вышло случайно. Ладно, ладно. Чисто. Последнее. Сделать смузи. Смузи.
Диана! Вкусно! Фу, испытание закончено!